общем, подъехали мы сюда, видим дым с квартиры вот, валит. И там находилась женщина, подбежал к ней, она мне пояснила, что с той стороны еще где-то дочка находится в квартире. Ну и побежали к подъездам. Бабушка вот тут стояла. Ага. Я вытащил ее, квартира открыта, огонь тут уже плавал. Я ее вытащил, закрыл дверь, то весь дым туда пошел, наверх. После этого я девочку взял с собой, бабушке сказал выйти на улицу, потихонечку спускаться, выйти. Девочку взял на плечо и понес. Бабушка, проводи с ребенком. Иди давай, на плечи. Давай. Подожди, а что это? Верхний там еще ходил, то нет? Нет, иди, ходи, иди. Там мать еще осталась. Сейчас мы откроем, на мать сразу запустим туда. Еще больше будет. Давайте, давайте, спускайтесь. Да, так дверь у меня открыта. Да, пускай открыта, мы здесь, давайте. Ой, ну сейчас, это ж я на втором, вот, на третьем. Что там такое случилось? Чего я поднялся до третьего этажа, стучался здесь в квартиры. Здесь также в квартире жильцы были, попросил немедленно выбежать, чтобы на улицу выбежать, так как пожар был в 17-й квартире. Выходите! Да, да, пожар, выходите! Быстрее, да, быстрее, там люди еще в квартирах. Слышите, нет, документы берите, выходите.